привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим очередной инди-хоррор, свежевышедший, буквально, как говорится, из печки. Сегодня мы посмотрим очередной SCP. В данном случае это игра от создателя SCP-087-B. Если помните, она была довольно-таки сильно хуже оригинала SCP-087, потому что была сделана гораздо более-менее профессиональным человеком, насколько я понял. Но он подтянулся, собрался и в итоге выпустил вот это. Что это такое? Давайте вообще поясню тем, кто не в курсе, что такое SCP. Это сеть сайтов, посвященных разнообразным экстраординарным событиям, существам, чудесам всяким, короче говоря. Подано это все в такой атмосфере всемирного заговора, там тайные, что все, кто разглашает эту информацию, будут убиты. Но довольно с юмором сделано, то есть очень интересно. Каждый SCP обладает, он может быть как одушевленным, так и неодушевленным, может быть кровожадным, может быть мирным, может вообще неодушевленным быть, то есть просто камень, к которому все подходят и умирают, скажем там. Началось все, насколько я помню, с этого SCP-137, по-моему, он. То есть простая вот такая дурилка-статуя стоит, и пока ты видишь ее, пока она у тебя в поле зрения, то есть она тебе ничего не может сделать. Стоит моргнуть, она за эти там тысячные доли секунды успевает подобраться к тебе и убить тебя. Или уж там, не дай бог, отвернуться от нее. То есть ее постоянно нужно держать в поле зрения и не моргать. И вот нескольким основным таким SCP посвящена как раз данная игра. В данной игре мы играем за испытуемого, которого проводят в камеру. Потом начинается как неконтролируемый, ну как это сказать. Короче говоря, все эти SCP оказываются на свободе. Собственно, давайте начинать. Так, введите имя. Как ведем нашего, как назовем нашего персонажа? Давайте назовем его. Так, блин, русский. Да, Федор пусть будет. Какая разница, да? Почему бы и нет? Так, что дальше? SCP-173, да, вот как раз он. Так, пожалуйста, говорит, войдите в камеру. А, вот его. Но если втроем на него смотреть, я так понимаю, мы в безопасности. Дверь сломалась. Ой. Тихо, 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 тихо. Если вы удивляетесь, почему я знаю, как играть, потому что я уже запускал эту игру, она у меня в первый раз не записалась. Так, тихо, тихо, тихо. Главное держать его в поле зрения. Помещение генерируется случайным образом, так что каждый раз, когда вы запускаете игру, происходит что-то новое. Так, тихо, тихо, тихо. Только этой твари не оказаться спиной, она все, это сразу хач. Кто-то там стреляет. Так, сморгнули и заходим. Ой, а это что за дым? Ой, вон он, вон он. Ах, твою мать. Так, что, меня убили, что ли? Ну, ладно. Блин, я не знал, может, как-то можно было заставить тебя не моргать, потому что он моргает обязательно. Давайте попробуем еще раз. Ну это офигительно, да? Вы посмотрите, насколько постановка возросла. Так, ты заходи, ты. Ты умрешь и ты, а я останусь жить. Не выпускать его из поля зрения, короче говоря. Но выполнено это на довольно хорошем уровне, надо отметить. Так, да, проблемы. Сохраняйте зрительный контакт, пока у нас технические проблемы.
думаю, можно даже ничего не брать. Я... Ой, тихо. Да открывайся ты. Не работает. Так, давай, 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 давай. Ой, ой. Ой, это явно ничего хорошего. Валим, 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 валим. Что за херня это была так? Ой, блин. По-моему, мы уже были в похожем помещении, нет? Так, тихо. Да опять этот дым, и там наверняка опять эта тварь, да? Ну-ка. Вроде никого. Блин, я моргать часто начинаю из-за этого дыма. Тихо, 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 это что такое? Я ничего не вижу. Уф, в этот раз я далеко забрался. Фу. Так. Кнопка закрывает двери автоматически. Зачем? А, понятно. То есть через некоторое время эти двери сами закроются, да? Ай-яй-яй! Ой, блин, я вздрогнул. Так, давайте еще одну попытку, что ли. Ну, вы примерно поняли, чего ждать от этой игры. Так. Так, Федор. Ой, это что это такое? Ну ладно, вот так тебя зовут в этот раз. Ну блин, ну это круто, это вообще как-то неожиданно. Так. Ну вы, ребята, уже обречены, я так понимаю. Вам ничего не поможет. Что за хрень там со стены вылезала? Это явно не вот этот был объект. То есть тут другие еще есть, я так понимаю. Уходим. Так, хорошо. Да ничего хорошего. Слабаки. Ой. Надо было, я думаю, те штучки-дрючки брать, которые там были. Они, возможно, нам как-то помогли бы. Может, мы моргать бы реже стали. Вот в таких местах. А вон и он стоит. Тихо, 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 тихо. Ручки-то видать. Так, а что мне с ним делать тогда? Ой, блин, так. Тихо. Я с ним в комнате? Нет. Надо убираться, пока он не зашел. Блин, а как я отсюда... Как я отсюда выберусь? Как я отсюда выберусь? Дверь-то закрыта. Че, все, я попал? Да, похоже на то. Откройте, пожалуйста, я не хочу тут оставаться и умирать в одиночестве. А за дверью-то страшная херь. Так, ладно, давайте-ка загрузимся. Так, ладно, последняя попытка. Хватит уже, эта игра что-то шатает нервы.
То есть вот эта херь, ну вот, ну посмотри ты на нее, как она может пугать вообще, да? То есть что это за хрень такая смешная? А страшно, страшно, офигеть. Так, спокойно, спокойно, без нервов. Давай, давай, блин, как страшно. Что это такое, зачем я это подбираю? Так, тихо, тихо, тихо. Что-то вообще... Только не... А, ну что ж такое? Я не могу в него больше играть. Мне нужно от нее отдохнуть. Ну что я могу сказать? Игрушка очень сильно подросла. Это гораздо более высокий уровень, чем это SCP-087 или SCP-087-B. Это уже практически полноценный хоррор. Очень страшно, надо сказать. Я ее играл сегодня днем, то есть приехал, отдыхал на природе. Вот сейчас как раз у меня голова квадратная и... под это настроение игра просто очень идеально, надо сказать, легла. На мой взгляд, эту вещь должен попробовать каждый. Ссылка на игру будет в описании. То есть я, к сожалению, не нашел сайт, собственно, этой игры, сайт создателя, но нашел сайт, ну, мне его человек 10 прислали, то есть ссылку на игру на сайте Small Games. Вот ее я выложу в описании, так что попробуйте. Я думаю, в будущем еще вернусь к этой игре, постараюсь все-таки выбраться. Я не уверен, что отсюда можно выбраться, но постараюсь пройти как можно дальше, если вам, конечно, это все понравилось. Так что ставьте лайки вверх, и мы к этому обязательно вернемся. Лайки вверх, я постоянно говорю эту глупость. Пальцы вверх ставьте или лайки, кому что больше нравится. Или лайки вверх все-таки. С вами был Артур, с Пасхой вас еще раз, всего хорошего, пока-пока-пока.